Нет. Спасибо за прийти посмотреть Папаха. Продолжать в том же духе. Быть патроном на Патреоне хорошо поддержать. Давать много денег для хороших видео. Спасибо. Если хотите поддержать Moonshine Studio и делать больше видео, станьте патроном на Патреоне. Всего лишь один денежка, и вы все узнаете за кадром. За кадром. Да-да, неважно. Приятного просмотра! Добрый вечер. Добрый. Который сейчас час? Ночь, время не детское. А, понятно. Что привело тебя в Кендлсмок? Привезла сюда эту малышку повидаться с дядей. Ага. А что в багажнике? Гидравлика в оружейную лавку кролика. А что под брезентом? Не ваше дело. Мое дело — защищать этот город. Чувствую там человека, значит, это мое дело. Поднимайте брезент. Ну, хорошо. Теперь нам нужно проехать. Эй, йоу, охотница здесь. Оказалось в пустоши. Что? Открой мешки. Хочу увидеть их лица. Откуда свет? Вон там, в небе. Эту штуку называют солнце. Где? Ты не можешь увидеть его из-за песка, но оно там. Об этом мне рассказала старая птица. Пусть горят в аду, кролик. Отличная работа. Лилья, в Серафиме нет солнца. Хочу увидеть солнце. Потому что на нашей стороне луна. И Джуки нравится лунный свет. К тому же солнце выжжет тебе глаза, и ты заболеешь раком. Ой, звучит как-то отстойно. Темно, как в Серафиме. Эй, ну привет. Токи ждет меня. Пристрели ее! Мы зайдем. Дядюшка Джекл! Привет, малышка. Ну как ты? Я хорошо. А ты как? Я толкнул самолет. И автомат М4. Оки-доки, М4. С доп. Оснащением или без? Что есть из допов? Гранатомет М203 и глушитель. А, глушитель вместе с гранатометом? Это как-то странно. Ну, это капец, как круто выглядит. Вот как. Тогда с доп. Оснащением. Оно крутое.
такая же зануда. Окей, пара тузов. Тройка трезов! Да, картоха-победитель! Возьму еще парочку магазинов на 45. Что-нибудь еще? Думаю, хватит. Я тоже куплю пушку. Зачем тебе пистолет, дорогая? Защищаться! Для этого у тебя есть я и Джук. Дело не в этом, Лилья! Мне нужно завалить! Ты хотела сказать «заявить»? И хочу выбрать пушку! Здесь! Может быть, просто для вида, чтобы увидели и подумали: «Ой, бля, у нее пушка просто жопа!» Пошел нахуй, сука! Давай попробуй обкушать эту картоху! Картоху у тебя даже не... Что взять, когда столько патронов? Ого, жесть! У нее даже есть патроны! Картоха, где ты их взял? Картоха надрала Джекила зад в покере! Джекил? Что это еще за фигня? Эй, девчонка победила, все честно. Вы играли на патроны? Да. Ну что? Ну, мог бы поставить газировку или... Понимаешь, у меня нет газировки. Господи Иисусе. Что ж, крошка, чем могу помочь? Три магазина на 57. А она понимает, о чем говорит. Картоха. Это не игрушка. Будь осторожней. Да, буду мочить только плохих. Вообще, я тут подумала, как насчет классного боевого ножа. Хороший боевой нож даже... Пожалуйста, Лилья, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Господи Иисусе. Я обещаю, я осторожно! Чё на меня-то уставилась? Говорила картоха. Только осторожней. Пушки — это не игрушки. И не используй их для пустых угроз. Достала? Будь готова убить. Поняла тебя. Пойду теперь постреляю. Не думаю, что нам стоит позволять ей тут бегать с пистолетом. Знаете, может быть, вообще не стоило ей его продавать. Да что ты говоришь? Приходишь к крольчонку, покупаешь пульчонки. Эй! Пожалуйста, не стоит. Ай, блядь! Только не говори кролику, пожалуйста! Я не собирался. Никому не говорили! Вот почему Фонари ненавидит вас, люди. Или я тебя убью! Будь осторожна, юная леди. Мне бы не хотелось, чтобы ты попала в неприятности. И да, не попади ненароком в солнечную панель. Иди кого-нибудь другого докапывай. Мы просим о небольшом одолжении. Сказал уже. Я никого не видел. А если бы и видел, не стал бы с тобой говорить. Юда, и ты, понял. Ты случайно не видел людей в городе? Это дело пограничников. Меня не касается. А ты, кролик полевой, мы слышали здесь выстрелы. Будем расследовать. Думаешь, что найдем? Человеком пахнет. Ты же местный, да? А человеком? Прямо в городе. Не думаю. Но дам знать, если увижу. Дашь знать? Пристрели на месте! Пожалуй, нет. Не могу сказать, что мне сделать для людей, я же не вы. Лжешь. Никогда не понимал тех, кто покрывает людишек. Аналогично. Нахрен не нужна ваша помощь. Сами возьмем да зачистим этих гадов. Господи уже. Эй, они разве не за той человеческой девчонкой, которую ты видел? Да, 100%. Не боишься, что ее схватят? Как бы она сама их не схватила. Не так-то и просто. А
грязь! Людское отродье! Пошел нахуй, сука! Брось пушку, человек! Ща брошу! До свидания! Ой, блядь! Лилия. О, не как малыш Оуэн. Хотя ты вроде подрос. Ну да, давно не виделись. Как поживаешь? Я бы рад поболтать, но девчонка с кошачьими ушками. Она с тобой? Картоха? У нее проблемы. Вставай, кусок дерьма человеческого. Не знаю уж, как ты смогла сюда попасть. Но точно не выберешься. Ты! Вы, суки, много болтаете. У-у-у, а как блестит. Это твой пистолет? Да. Ха. Теперь мой. Нет, мой! Ой, блядь! Так и знала. Глуши мотор. Что? Человек, девочка с кошачьими ушками. Видела ее? Все еще собираешь малявок, как видно. Да или нет? Видела. Раздобыла эту милую игрушку. Это не твоя пушка. Но и не твоя, стерва. Завались. Ну давай, стерва. Хочешь, чтобы руку оторвало, как в тот раз? Понимаю. Она в гетто. 7-й блок. Пока-пока! Эй, что я говорила насчет кошачьих ушек? Ты в порядке? Я думала... Если у меня будет пушка, меня полюбят. О, милая, если бы все было так просто, мир был бы гораздо спокойнее. Я хочу быть сильной, быть как Лилия. Картоха, ты не должна быть мной. Будь лучше меня. Стань хорошим человеком. А теперь пойдем домой. Never fear. War is here. Ready, let's go. Slice, squats, and chicken breaky. Cold compote with chibureki. Always moving, never done. Such is life, it's last around. Sigma light, dragon tongue. Fingers up and windows down. Hot pulmini and some quass. Drive around and pop hard bass. Thank you.
Вы правы, хотите знать что? Вы! Быть особенным! Спасибо, что досмотреть до конца! Ставить хэштег Кремлин в комментариях и отвечать на вопросы! Не на все, на некоторые! До свидания!